Ты сколько хочешь детей? У моей сестры уже есть ребенок. Все, больше не хочу. Не, больше не хочешь? А! Мне уже 20-28 будет через пару лет. И что, мне 22 в следующем году? Все мне теперь? Так у тебя еще дофига времени, а мне уже все. Ну, прикинь, чтобы 10 детей нарожать, надо 10 лет потратить на это. Но я всегда маме говорила, что у меня будет 13 детей. Всегда. Посмотрим. Спасибо большое за розы. Привет. Может, поснимаешь эфирчик чуть-чуть? Все хорошо, вы как? Бессонные ночи. Первые 2-3 года зубы начнут резаться. Вы можете мне не раз... сюда иду. А ты как думаешь? Сюда такое место, вау. Сюда надо приходить попозже. Где-то к 12. Когда я уже сплю. А? Когда я уже сплю. Да, когда ты уже спишь примерно. Блин, можешь мне рассказать вкратце? Я все равно не посмотрю его. Дай мне тиска. Ее мужа, вот этой русской женщины, мужа завербовали. Ага. Он типа математик, но он нужен был этим игиловцам для того, чтобы взломать систему верховного президента, чтобы он слышал все движение президента. Понял. Вот они его завербовали, и она начала его искать, и она вплоть до ИГИЛа дошла. Ее взяли, чтобы отдали на границу девушку. На границу были на психике. Ну. Все. И, типа, характерная черта, это браслет на ногу такой, этот, типа, это самая падшая женщина. Короче, ее там, и она просыпается с этим браслетом. Потом она в итоге находит мужа, а он оказывается туда попал, потому что сына украли сначала, начали его шантажировать, и ему пришлось в этот ИГИЛ уйти. Этого старика? Отдали за старика, в итоге ага. Она сбежала, ага. Там все получили по заслугам. И? Все хорошо, они вернулись домой, все нормально. Хорошо, что я не смотрела. Это больше история про то, что жена оказалась настолько верной, и типа она его пиздец, она его нашла. Типа она такой путь проделала по всей стране, чтобы найти мужа и сына. И она вытащила их оттуда. Класс. Установки. Давай ты будешь смотреть и мне рассказывать всегда. Я не сейчас люблю смотреть. Сейчас что-то хочется интересное посмотреть, но не знаю. А вы что, вместе с тобой живете, что ты все эти бессонные... ночи знаешь. Мне не понравилось, когда вы утро сделала, другая делала. Спасибо, что ответили. А что вы писали? Нет, я не в отношениях. По-моему, это писали. Нет, я говорила, что у меня есть младшая сестренка моя родная. И, типа, я все это понимаю и знаю. Как? Совместит хороший собеседник, да. Я плохой собеседник, я снимаю. Тебе со мной неинтересно? Подожди, можешь не смеяться? А меня где-нибудь не прибьют, не зарежут? Кислотой лицо не брызнут? Почему исходит негатив от тебя? Блин, не знаю.
Ты что сделал? Я не понимаю. Мне 21. Вот так вот, по идее, ты ничего не делаешь, ты сидишь, но... Сижу, пью чай около дома своего. Привет. От меня негативная энергия. Ну, может быть, для них. Ну, видишь, ты сидишь, тебя уже считают хип-хопом. Спасибо большое. Нет, вот от меня какой-то напряг. У вас тепло, у нас даже, я бы не сказала, что у нас тепло, я сижу в куртке. А где ты меня рекламировала, просто интересно? Где ты меня рекламировала? Ты говорила мое имя, сколько мне лет, кто я вообще? Хочешь, скажу? Привет, кроссовка, Острога, спасибо. Она дерзкая просто немного. Да где дерзкая? Ну, может, чуть-чуть, ладно. Не буду совсем прям. Сидите, гоняйте чаи. Ага, в ТикТоке обосранном, хорошо. Привет, Зорик. Алматы. Да нет, мне кажется, я этот, у меня прям, аж для меня непривычно. Прохладненько, смотрите, да? Я же говорила, пиарщик. Это так и называется. Надо делать мир лучше. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое, спасибо. Всем низкий поклон. Спасибо большое, спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Да. Что ты отвечаешь на это? Ничего. Это еще новая партия? Нет. Это последняя строчка. А что отвечать? Это бессмысленно. Это эмоции, он отстанет, он поймет, что... Может, поснимаешь, София, эфирчик? Ну, реально, я просто хотела, чтобы ты поснимала эфирчик, как бы... Я просто не знаю, зачем отвечать, он сейчас отстанет, поймет, что он... Пиарщик, типа маркетолога. Интернет виснет у меня, только не виснет, ну, сейчас виснет, странно. Ну, сейчас скоро я выйду на учебу, буду свои легендарные эфиры снимать на парах. И мне все будут заходить и писать, вот они, наши будущие профессионалы. Не пишешь вообще. А что мне писать? Ну, это же чушь. Да, у меня линзы. Спасибо. Спасибо, мне просто лагает. Ну, ладно, ничего страшного. Нет, это не в отношениях. Мы тут, Имран, этот... Ничего, что ли там?